И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать на игру под названием The Infected. Друзья мои, настоящая зима, короче, пришла в наши края, и это означает, что у нас декабрь, день 12, 5 часов вечера. Что ж, вы все помните, что здесь есть в этой игре орда, то есть орды зомби приходят к тебе, мочат тебе фундамент, короче, ломают тебе весь дом. Чуть ли там тебя не трогают, как было раньше, а прям стоямба, мы мерзнем. А прям ломают тебе твой домишко, и приходит большая печаль, короче, потому что очень много времени и ресурсов на это все потрачено. И по стандарту у нас идет каждые 3 дня орда, но я поставил так, чтобы у нас было каждый 5-й день, чтобы было полегче считать. Потому что если каждые 3 дня, то это будет на 3-й день, сколько там, на 9-й, на 6-й день, на 9-й день, потом на 12-й день и так далее. Это очень удобно. А так у нас будет каждые там на 15-й день, на 20-й, на 25-й, на 30-й. Короче, вы поняли. Легче так будет считать. Итак, мы должны подготовить себя к орде, это как минимум, через 3 дня. Плюс к этому зомби к нам еще приходят каждый день по одному, по 2, по 3. И что бы я сейчас сделал, это мы заметили, что в нашем доме холодно. Вот печь, короче, держит, да, 23 градуса. Если я сюда пойду, здесь холодно. Справа смотрим, минус 3 градуса. Это означает, мы можем еще одну такую печь сделать, но пока что я... Ай, здрасте. А вот он гуляет. Смотри, 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 смотри. Вообще красавчик, короче, гуляет, вообще идет по своим делам ему параллельно. И я нашел другой способ. Берем маленькую печь. Зачем мне большую печь доставить? Ну, можем потом поставить, но пока что я не вижу смысла. Я ее прям, да, прям вот здесь прям поставлю. И пусть греет нас. Во, отлично. Вообще шикарно. Так, дровишка, иди сюда. Дровишка ко мне, короче. А что дровишка, не понял, погоди-ка. А, да, все правильно, там дров у нас вообще нет, поэтому само собой. И, кстати, то, что мы как бы двери оставляем открытой, и мне кажется, у нас это вообще никак не влияет. Или влияет, сейчас посмотрим. Секундочку. Сейчас берем, короче, вот это. Делаем себе тепло. Потому что без тепла у нас как бы плохо будет. А ну-ка, секундочку. И нужно еще замутить, знаешь что? Во. Минус 3 было. И 3, сейчас 23 градуса в любом углу моего дома. Тут также? Не, нифига, блин, здесь мерзнем. А если здесь? О, блин, а на какое расстояние-то нужно-то подойти-то? Я понял, в таком случае мы ее печь поставим посередине. Ясно? Ну, примерно посередине, короче, что было хорошо, это значит вот здесь. Отлично. Да ну, блин, ты что прикалываешься? Все дрова ушли. Твою ж за ногу, да? Вот игра вот вообще нечестная с нами. Прям совсем. Короче, мы с вами сделаем сегодня обязательно одежду, чтобы мы не мерзли, чтобы у нас не было с этим проблем. И пойдем найдем с вами машину, так как есть машинка в этой игре, и мы должны ее найти. Так, минус 20, минус 3 было, сейчас 23 плюс, и смотрим по углам, тоже 23 градуса. Если я поднимусь якобы сюда, нормально, температура у нас смотрится сверху справа, поэтому если вдруг кому-то интересно, смотрим там. Эх, палочки, весь хлам собираем, и, конечно же, ща начнется, короче, такой жесткий серьезный... Крафт, мне бы еще копье серьезное сделать. Серьезное, это означает там стальное, там железное и так далее. Было бы вообще неплохо. Совсем прям неплохо было бы. Итак, по железу у нас все хорошо. Так, идите-ка вы сюда, досочки. Досочки, стоямба. Сейчас порядок наведем. Не было времени, друзья мои. Было время только немножечко добычи ресурсов. А так нужно было, короче, начинать уже записывать. Итак, что у нас есть? Открываем справочник, у нас есть одежда. Броня и одежда. Мне нужна куртка, зимнее пальто. Или, да, зимнее пальто. И, само собой, зимние штаны. Растительное волокно, 20 штук. Можно изготовить на верстаке. Окей. Дает плюс 10 к теплу здесь и плюс 10 здесь. Окей. Перо, короче, и растительное волокно. 45 растительного волокна. Да? Копья у меня нет, так что давай сюда, входи. Входи через дверь, короче, иди сюда, маленький, маленький, маленький. Че ты меня там ломаешь, я не понял. Иди сюда, кому говорю. Иди сюда, кому говорю. Иди сюда, кому говорю. За разворот он меня ударит. Хочет. Он меня с разворота ударить хочет, погоди.
Однако-то они как бы ломают, прям да и довольно успешно ломают. 70% фундамента осталось из 200. 60 из 200. Ёлки-палки. А чё им этот фундамент не нравится, я не понял. Все зомби каким-то боком сюда поднимаются, хоть я поднимаю сюда только в подпрыжке, или как это говорится-то? Секундочку. То есть я сейчас упираюсь полностью в эту скалу. Ага, вот сюда они поднимаются, да? Или может быть, они уже и могут прыгать, как бы. Хрен его знает. Здесь нужно колючку поставить, чтобы пусть долбятся об колючку, потому что есть такие вещи. Вот смотри, уже замерзаем. Уже, елки-палки, замерзаем. Что я хотел сделать? А, одежда, друзья мои, одежда. Перья взял. Сейчас мне нужно 45 волокна. И вроде бы как... Вроде бы как... Это надо прям точно прям поставить, да? Это прям точно нужно поставить. Короче, смотри. 25-10. 20-12. Это так, что ли? 25-10. Так, погоди. Разделить... Наполовину, 25, короче, наполовину. Сейчас вот так, короче, вот так, разделить, 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 и разделить, и разделить. Иди сюда, это убрать. Тихо, убрать, кому говорю, убрать. А что, нельзя убрать? Блин, отсюда уже не убирается, надо все перетаскивать, окей. Так, 10-25. Я правильно почитал? Потому что что-то у нас тут не получается. Я забыл, походу, как это делается. Изготовить на верстаке. Растительное волокно 25 и 10 перьев. Странно. Еще раз. Растительное волокно 25. Это же верстак? Верстак. 25 и 10 перьев. На. Во, сейчас сработало. Что-то там у меня, короче, было неправильно. Окей, это у нас есть. Сейчас мы, значит, одеваем. Ага, уже оделся, да? Это хорошо. И 12.45 было, если не ошибаюсь. Это означает, мы делаем, короче, вот так. Это можно вот так вот. Короче, тут пока сделаешь, смотри. Вот таким вот образом. 12. И 45. Блин, этого... Или 20. Сейчас, погоди. Да, получилось 20 и 12. Зимние штаны. Есть контакт. Смотрим, что у нас по температуре. Если мы сюда посмотрим, температура тела, вот она, это отдельное значение, 31 градус. То есть мы сейчас даже перегреемся в доме, это значит, мне нужно выходить и остужаться. Вот, видишь, остужается персонаж, но единственный способ... Да, серьезно? Единственный способ, короче, чистой воды... Нет, секундочку. Нормально чувствовать себя, это... Сейчас скажу, чистая вода, иди сюда, короче, вот так вот. И вот так вот, и нормально все. Это поставить вешалку. Вешалка тоже как бы здесь есть. И просто раздеваться, потому что в доме всегда есть чем заняться. Это мне мебель нужна, да? Или, погоди, объекты. Мебель. Что-то здесь этой хрени нет. Короче, значит, здесь же будет. А, нет. А где вешалка? Оружие, а ну-ка, секундочку, объекты другие. Где у нас вешалка? Хранилище, да, в хранилище было, короче, вешалка для одежды. Пластик 2 штуки, винты 10, железный... Чего? 5 слитков? Ё-моё, блин, пластик 2 и винтов... И винтов 5. Блин, ну она должна быть у входа как минимум, да? А вход у меня, ну, короче, здесь будет. А можно вот так? Почему бы и нет? Вот тебе, короче, здесь будет у нас... Вот такая вот вешалка. Так, что у нас есть? Винты 10, секундочку, железная слитка. Погоди, у нас железные слитки еще здесь где-то были. Ну-ка, давай, иди сюда. Секундочку, вот так вот. Отлично, железная слитка. Что такое? А, ну, оверхитинг, блин, само собой. Ясный хрен, как говорится. Скидывай, скидывай, я уже перегреваюсь. Это тоже как плохо. Здесь вообще вся фигня, короче, это все плохо. Так, отлично, отлично. И теперь мне нужен пластик 2 штуки и винты вроде бы 10. Пластик. Идеально. Это все город. Город нам помог. Так, мы же в городе это нашли. Теперь винты 10. Где-то у нас валяются здесь винты, правда, нужно вспомнить где. Порядок я здесь так и не навел, поэтому такова, друзья мои, судьба. Секунду. Мало, мало винтов. А нам как бы нужен медный слиток, как бы это проблемка, у нас тут их вообще нет.
Медные слитки у нас закончились. Так, секундочку, кобальт, это у нас свинцовая руда. Пойдем, короче, за медью. Че поделаешь, такова наша судьба. Так, а, вот есть нормально все, че я парюсь. 5 штук, отлично, это значит, мы их все сюда, короче, скинем. Вот так вот, да. Я не знаю, медь, пусть будет еще. Она нам для стали вроде нужна. И для стали, ё-моё. Кстати говоря, насчет стали. Там пока плавится насчет стали. Из чего делается? Сейчас, секундочку. Стальное копье. Итак, наконечник стального копья. Палка, растительное волокно 5. Наконечник стального копья. Стальной слиток. Хорошо. Легитированная сталь. Где-то вот. Легитированная сталь. Сейчас у нас будет и стальной слиток. Все прям по порядку. Я чуть-чуть ее не вижу. Почему не вижу? А вот она. Капец, она маленькая, вообще нифига не видно. Это жесть. Секунду. Ага. Хорошо, легитированная сталь. Вот она, короче, плавится. Нам нужны 3 палочки. Короче, нужно приготовиться и ко всему. И к зомбам, и... Ага, я вышел уже. Опять, видишь, как неудобно. Нужно всегда одеваться, когда выходишь. Но если на пару секунд, то это нормально. Там вроде было 5 палок, если не ошибаюсь. Или 3 палки, или 5 палок. Сейчас будет... Давай возьмем еще кое-что. И еще пару палочек, потому что мы с вами сделаем даже немножко стрел. Смотри, видишь, не замерз, нормально. И то есть я вышел на время туда-сюда, и у нас все нормально с этим. И там пока еще плавится. Я бы, наверное, так как мы еще стоим, так как мы еще дома, мы еще никуда не ушли. Есть, наверное, смысл эти грядки вот сюда вот поставить. Текс, поближе, вот так вот. Нам нужен фэншуй, короче. Блин, тут ни хрена не видно. Но фонарь я в дом еще не ставлю. Потому что что? Все правильно. Потому что он нам нужен у входа. Если зомбаки как бы к нам придут, чтобы мы их могли видеть. Фэншуй у нас тут немножко сломался. Стоямба. Давай по фэншую, как говорится. Но, блин, чтобы был фэншуй, у нас нужен свет. Да я хрен с тобой. Иди сюда. Сделаем потом еще один. Нам нужен по-любому. Короче, пока что посередине. Пусть будет посередине свет. Гореть будешь? Будешь. А ты у нас? Иди вот сюда вот. Стоять. А, отлично. Есть контакт. Чтобы оно не мешало. И чтобы эта вот штука не пропала, мы вот сюда поставим. Отлично. Вот тебе освещение. Все у нас есть. Главное, чтобы это все дело не пропало. И оно сразу одевается, да? Да, оно сразу одевается. Итак... Итак. Там, да? Ну, давай, иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, красавчик, ну, чё ты, где ты? Чё там орёшь-то? Ну, ползи, ё-моё. Ну, чё ты? Боишься, что ли? Да ну, да как это ты боишься-то? Куда пошёл? А ну-ка, развернись. Вот так вот. Чё ты такой красивый, я не понял. Эй, так это вообще нечестно, блин. Падает туда, короче. И их оттуда не вытащить. И ни хрена с них тоже не вытащить. Это вообще неправильно. Так, мы в доме, мы одеты, это плохо. Снимаем с себя вот эту штуку. И иди сюда. Так, раз, два. Места у нас сейчас не будет. Так. Железные слитки. Винты нужны, да? Винты нужны. И поехали. Сколько там нужно их? Стоим бы они здесь. Иди сюда. Вот так вот. Есть тебе винт. И на тебе еще один слиток. Пусть будет больше винтов. Отлично. Вот таким вот образом, друзья мои, мы с вами раздеваемся. И у нас получается все хорошо. Это значит сюда. А штанишки, скорее всего, также сюда. Отлично. Так, освещение, конечно же, паршивое. Но с этим мы сейчас что-то сделаем. Стальной слиток. Делается она на ковальне. Сталь не взял, сталь не взял. Иди сюда, это тоже не влезает. Сейчас, погоди, смотри. Оп, есть контакт. Чистая печь. Итак, иди сюда. Шикарно, есть у нас стальной слиток. Значит, как обычно, хлам мы сюда вставляем, потому что определенных ящиков для этих ресурсов пока что у нас нет. Итак, что мы делаем? Мы делаем опять же. Это было у нас оружие, было уже все правильно. И вот, стальное копье. 3 палки, растительное волокно 5 штук и наконечник. На улучшенном верстаке, твою же мать.
Ну окей. Окей, тогда палочки мы эти лишние засунем, короче, сюда. Пусть будет, а то у меня инвентарь реально забит. Отлично, все. Все чистенько. Давайте глянем, из чего делается улучшенный верстак. Так уж и быть. Объекты, верстак, и вот тебе улучшенный верстак. Железных слитков 2, медных слитков 2, гвозди 10. Вообще ерунда, короче. Вообще ерундовый какой-то ресурс. Единственное, что... Где мы веревки скидываем? Где-то у нас веревки, вот они. Они очень много места занимают. И это мне нравится. Здесь мы сделаем... Из этого мы сделаем стрелы. Это иди сюда, вот это вот иди сюда, вот это вот гвозди сюда. Короче, порядок нужен, чтобы у нас все влезло, чтобы все было хорошо. Вот. Что-то нужно было еще раз. Объекты. Доска, железных слитков 2 штуки, медный слиток и так далее. Куда тебя поставить? Улучшенный верстак. Как бы в теории нужно все ставить, ну, верстак 1, верстак 2, все рядышком. Но что-то как-то там не влезает. И я считаю, что улучшенный верстак будет у нас, да даже не здесь и даже не там, а где-то, блин, ну пусть будет здесь, что ли. Пока что, я надеюсь, это, он не, это у него перед, очень надеюсь на это. И поехали. Гвозди пошли, правда не все. А можно я с факелом буду бегать, потому что вам вообще ни хрена не видно. Давай вот так вот. Вот так, и что у нас по времени, 11 часов. По идее, спать нужно. По идее. Доска 10, железных слитков 2 штуки. Раз, два. Вот так вот. Медных слитков 2 штуки. Берем их из хлама. Блин, ну все прям подсчитано, прям идеально. Так, с гвоздей больше. И палок, досок, то есть 10. Так, ты иди сюда. Где-то были гвозди. О, ёшки-матрёшки, блин. Вот они. Видишь, что это такое? Это винты, которых я профукал, походу. Итак. И вот эти вот тоже были, но видишь, как их тоже можно забыть, если все стоит не, правиль... не в правильном месте. Зомбаков, надеюсь, нет. Факел, вижу, помогает. Вы хотя бы хоть что-то можете видеть, а то тут, знаешь, как не всегда все видно. А с факелом можно еще даже снимать, записывать. Есть контакт. Улучшенный верстак. А ну-ка вот так вот, на всякий случай. Опля. И что у нас там? А у нас тут все как обычно. Просто нужно поставить три палочки. Вот это вот поставить. И что там еще нужно было? Оружие. А растительное волокно 5 штук. В принципе, все есть. Смотри, оп, оп, оп. Стальное копье. Хренась. А у меня места нет для него. А что можно убрать? А мы убираем, я не знаю. Да пусть будет этот топор. Пока что пусть убирается топор. И еще раз, хренась. Вот так вот, и вот так вот. И вот тебе стальное копье, которое уходит на второй слот. Вот оно. Наверное, больше дамага делает. Я не знаю, тут, наверное, не написано даже или написано. Прочность и все. Прочность то, как бы, и на этом заканчивается. Да. Вещи есть. Сейчас, значит, нам нужно поспать. Вещи есть, копье есть. С освещением бы тоже заморочиться бы. По идее, лампу уже можно сделать. Смотри, секундочку. У нас же есть электричество. Ага, не открыта технология, я понял. Не открыта технология, блин, ё-моё. Тут ни хрена не открыто, кроме панели управления, которая сейчас мне вообще не нужна. Реле тоже сейчас не нужно. На стены на переключатель. Блин, это все в города, надо ходить. Так уж и быть. Че по воде? Чистая вода попить. И мне кажется, мясцо как бы можно взять, да? Можно ли отсюда два кусочка? Секундочку. Это, погоди, сушеное мясо. Сушеное, 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 окей. Можно. Можно. Все, идеально. Идеально. И теперь что мы делаем? Теперь мы... Таямба, теперь мы спим, короче. Проснуться? Не, нифига не проснуться. Блин, я проспал, короче. Проспал, у нас 9 часов утра. Это означает, что мы должны идти дальше. Все, короче. У нас все есть. Одеваем себе хлам. Пока что скидываем сюда. Опять же, хлам. Он есть и в Африке хлам. Значит, берем. Можно как-то вот правой кнопкой? Нет, не можно.
Значит, нужно только вот таким вот образом. И штанишки сюда. Есть контакт. Значит, что мы делаем? Мы с вами делаем следующее. Уходим. Сейчас скажу, куда. Уходим мы с вами. Здесь у нас добывается медь. Я бы вот сюда вот пошел, потому что здесь, по идее, как я знаю, должна быть машина. А здесь у нас пещера с ресурсами. Но туда мы ничего кидать не будем. Короче, я хотел бы еще экстрактор поставить вот сюда и сюда, потому что здесь алюминий, здесь, наверное, этот другой ресурс. И нам бы еще один экстрактор бы по-хорошему сделать. Это... Секунду. Объекты. Из чего ты у нас делаешься, другие экстрактор, короче. Железная слитка 18, доска 8 и гвоздей 8. Смотри, гвозди. Вот так, иди сюда. Железные слитки 18. Сейчас будет. Давай. Есть контакт. И экстрактор. One sec, мы его прямо здесь прям поставим. Пусть он будет, справочник, нифига не справочник. Другие, вот таким вот образом. Хренась, поставили. И добавляем все это вот говно. Не хватило, да? Досок 8. И еще слитков сколько там? И слитков 3. Досок 8 и слитков 3. Раз, два, три и досок 0. Да, тихо ты, нормально все, что ты. И раз, два, три. Отлично. И этот экстрактор, если мы сегодня успеем, мы его поставим, так нам досок не хватает, да? Мы его довезем, донесем в этот... Убери факел. Да, в принципе, тоже иди сюда, потому что мы как бы... Нам придется немножечко поработать. Сейчас, секундочку. Вот так вот взять, поставить. Взять топорик. Топорик, давай, отдохни ты. Топорик, иди сюда. Мне бы уже и железный топор там поставить, замутить бы. Было бы неплохо. Вообще неплохо было бы. И в принципе можно прям этим заняться. Что там у нас? Блин, одна доска. Одна доска, елки-палки. Одна доска, иди сюда. Есть контакт. Но шикарно, короче. Что у нас здесь? А у нас здесь так себе урожай, скажем. Эта штука готова. Самое главное, что мы ее приготовили. В принципе, можно сюда закинуть топливо. Пусть оно как бы тоже добывает. И туда нужно топливо, и сюда нужно топливо. Но! Единственное, что испорченного мяса, мне кажется, у нас не так уж и много. Две штуки здесь, и больше испорченного мяса нет. Хотя, погоди. Хотя вот... О, вот это вот мы забираем. Баночки. Вот это вот тоже как бы нужно. Есть контакт. Что там у нас еще хорошего? Сейчас все будет. Сейчас нормально будет. Что ты? Сейчас я тебе дам попить. В принципе, надо ему сейчас дать попить, потому что у него все это заканчивается. И это плачевно может закончиться. Чистая вода. У нас сейчас стамина уйдет. И на этом, как говорится, все. Да тихо ты, нормально все. Че ты так напрягаешься? Короче, он очень сильно напрягается, наш этот чувак. Мне дрова нужны, блин, да? Да, нам нужны дрова еще. И... А разве не взял? А, взял, нормально, мясо есть. Сейчас заберем дровишку. Здесь у нас одна штука была. Иди сюда. И поставим куда нужно. Тут мало места. Вот так вот, собрать, разобрать. Хлам, короче. Блин, не влезай, да? Давай, короче, вот так. Иди сюда, иди сюда, иди, короче, есть контакт, и зажигаем. Нам нужна чистая вода, правда, нужно было забить полностью. Нужно было забить нашу кастрюлю, хотел сказать, но это у нас ведро, блин. Давай еще кусочек. Да, нужна еще одна фляга, нужна, но что-то как-то мы до этого не дошли еще. Алюминий, по идее, для нее нужен, для этой фляги. А алюминий, если не ошибаюсь, у меня еще пока что нет. Так, есть контакт. Давай, пока у нас еще здесь нет. А, вот тут топлива мало. Топлива здесь на пару минут. Опля. А мы никуда не пойдем, потому что буран, блин, ё-моё, блин. Чистая вода. Опустошить. О, нормально, минус 15, да?
Минус 25. Окей. А я типа собирался куда-то, елки зеленые. А я еще куда-то собирался. Ну окей, тогда ты добудь нам немножечко разделить. Это одна? Да. О! Поехали. Разделить. Блин, ну давай. Добывай, что ли? Пусть добывает. Пока что она здесь, эта вот штука. Пусть добывает. Минус 35 было снаружи, серьезно? Погоди, снаружи минус 35. А как чувствует себя мой перс? На 1 градус. А, даже падает даже. Сейчас будет ниже нуля. Все. Плохо он себя чувствует, даже в одежде. Даже в одежде. Закрываемся. Хоть это как бы и не важно. Погоди, важно или нет? 23. Не, нормально, нормально, нормально. О, в доме тепло, короче. В доме довольно тепло, ты чувствуешь себя довольно хорошо. Это есть прекрасно. Порядок бы навести, но это надо вне серии. Сейчас у нас на это нет времени. Я бы хотел. Где у нас деревяшки? Вот они, деревяшки. Гвозди также. Давай в хлам пока закинем. Так, бинты, это хорошо. Тогда мы пока что будем делать эти стрелы. А что такое? Пить хочешь? Чистая вода. Ну попей. О! Пока буран этот идет. Секунду. Доска 8. Водоем. Сюда иди. Твою мать. Ну. Водоем. Вот сюда вот мы его поставим. Еда. Собирай воду. О. Есть контакт. Досок у нас нет. А досок у нас ни хрена нет. Блин, ё-моё, а. Он же мог собирать, да? Так, я пошел. Даже если холодно, ерунда. Мы с этим справимся, у нас есть топорик. Этого не хватит. Дай мне дерево. Тут мало, правда. Мерзнем жестко. Что такое? Поехали. Нифига не видно. У меня все синее, короче, стало. Перс чувствует себя прям не очень-то хорошо. Все, собирается, да? Не понял. Уже? Серьезно? Чистая вода. Какая чистая вода? У меня тут воды нет. Ноль. Попить. А это что? Почему здесь не показано, сколько здесь воды? Странно. Это был какой-то... Еще собирается? Неплохо. Вообще неплохо. А здесь что? А почему так мало здесь собралось? За весь этот буран, блин. Или за всю эту вьюгу? Странно. Здесь у нас вода, короче, еще собирает. Смотри, оп. Нормально так. Она еще собирается. А что-то с этим не то? Слышь? Что-то как-то неправильное у нас тут, это, ванная. Может, подальше от стены все-таки просто? Но вроде дождь, когда ходил, то у нас было все нормально. Вроде бы как. Вообще неплохо. Я же для этого как бы хотел, да? Что у нас по времени? 12 часов? Я не знаю. В город мы еще успеем, не успеем. За сегодняшний день. Что мы хотели? Мы хотели... Короче, давайте мы уже будем заниматься сейчас, по крайней мере. Да, займемся, значит, семянами. Смотри, нам же витаминчики на зиму тоже нужны, да? Смотри, берем, короче, это, берем вот это, берем вот это. Вот берем... Росток лука даже и росток картофеля. Даже вот такие вот вещи у нас тут есть. И перенесу полностью все, короче, туда. Раз у нас есть ванная, которая генерирует такое количество воды. А что тут такое? Так, не повернут неправильно. То это неплохо, сюда бы заняться бы вот этими делами. Было бы неплохо. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, короче, у нас есть. Огурец. Ну, давай. Огурец пошел. А где у нас водичка? Вот тебе водичка. Отлично. Сюда мы тыкнем, короче, смотри. Дыня, семена, кукуруза. Пусть будет кукуруза. Водички нет. Арбузик. Отлично. А это стоямба. Дынька. Здесь у нас пойдет тыква. Здесь у нас пойдет... Что-то у меня еще было.
лук и картофель. А что с ними делать-то можно-то, ё-моё? Что с ними делать можно? Только если где-то еще их приготовить, потому что все остальное можно кушать и так. Чего? Они замерзли, что ли? Блин, ё-моё, у нас уже костер как бы погас. Я понял. Я понял. Короче, им температура нужна. Это тебе не просто так. Это нужно прям замутить, закрутить так, чтобы у нас тут тепло было всегда. Вот в чем весь прикол. Давай, работай. И, как говорится, ты тоже вот так вот работай. Там у нас семена, короче, считай, уже пропали, да? Кроме этого. Давай, водичка. It's... Есть. Успел, короче. Здесь, короче, я успел, да? Или не успел? Арбузик растет. Хорошо. Тогда добавляем здесь еще один раз огурец. Водичка там сохранилась. Здесь у меня было... Было кукуруза. Вот так вот. Водички бы добавить, да? Здесь, короче, что-то еще было. Тыква. Это арбуз, тыква. Огурец, арбуз, дыня. И тут я поставил вроде бы как... вот это вот. Лук. Не, погоди, картофель. Картофель. Теперь нужно еще успеть воду всем добавить. Нет, вода не генерируется прям так вот максимально быстро. Придется все-таки ждать непогоду для этого. В озеро пойти. Или в озеро пойти. Хрен знает. Как-то неудобно будет. Но, наверное, придется. Давайте все в это полью. Да, поливалочка это, конечно же, совсем неудобная вещь. Потому что... Ну, потому что долго, конечно же. Но придется нам потихонечку на тот остров. Но не остров, как бы на ту гору или на ту скалу поставить теплицу. Есть же здесь теплица такая. И не знаю, чем она делается, как она делается. Сейчас, секундочку, посмотрим. Вот она, короче. Гвозди 60, доска 60, медных слитков 30 и стекла 30. Стекла, короче, нужно до хрена для этой теплицы. Масляный насос. Окей, тебя тоже нужно будет поставить, потому что технология вроде получена. И, кстати говоря, ей смысл. Механические детали 20, электрические детали 20, железные слитки 50, стальной слиток. Блин, ну это много, это прям много нужно. Колодец нужно будет по-любому поставить для теплицы. И в принципе, я не знаю, колодец, то есть теплица без колодца, это будет та еще возня с водой. Ко мне это вот, ко мне туда-сюда. Это у нас экстрактор глинистой почвы. Здесь у нас точильник, это для стальных и железных инструментов. Окей, чтобы починить их, да? Экстрактор масла. Погоди секунду. Масляный насос и экстрактор масла. А в чем разница? Нужно электричество, а здесь у нас нужно электричество, то тоже нужно. После настройки и подключения подает топливо прямиком в экстракторы минералов. Ага. А это на каждый экстрактор минералов нужен по одному насосу рядышком прям или как? Или один насос будет работать для, я не знаю, там на все карты? Вот даже не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Водичка здесь быстренько закончится, поэтому... Давайте сейчас наполню, что у нас по времени? 2 PM. Вроде бы мы что-то еще успеваем. Или переспим здесь. Или спать мы пойдем уже в этот город, куда мы пойдем искать машину. Сейчас посмотрим, подумаем, короче. Мне бы самому как бы воды попить. Такс. Тут надо было, по идее. Я сейчас там добавлю полностью как бы. Ага, нифига не полностью. Вообще нифига не полностью. Да, зато и проблема. Нужно было больше этих ванночек поставить. Что там у нас? Ну, этого хватит, в принципе. Давай. Короче, в той ванночке остался кусочек, вообще там капелька воды для одной фляги. Поэтому это мы тратить не будем. Хотя, погоди. Хотя здесь у нас чистая вода есть, поэтому можно. Так уж и быть. Берем, короче, эти вот 0,60 воды. Сейчас мы в последнюю грядку засунем, чтобы было счастье. И вроде бы как этого должно хватить для того, чтобы вырасти вот эти вот растения. А мы себе возьмем, наберем немножко воды вот здесь. И, кстати говоря, я бы сначала, наверное, покушал. Блин, дверь надо было как-то по-другому поставить, чтобы она открывалась в другую сторону. Иди сюда. Хотя у меня тут еда должна была быть.
Нормально, нормально, нормально. Что тут? Его сейчас можно попить. Отлично. Шикарно. И что мы сейчас делаем? Короче, все эти вот семена полностью убираем. Они нам сейчас, типа, вообще не нужны. И подготовимся потихонечку к чему? Все правильно. К вылазке. А это значит, стрелы делаем, друзья мои. Делаем потихонечку стрелы. У нас еще перья остались. Поэтому, куда я их скинул? Куда-то я их, походу, скинул. Так, вот тебе еще масло, это для этого есть. Это есть хорошо. Это есть очень хорошо. Где у нас перья? Есть, вот они. И еще раз, вспоминаем, из чего делаются наши стрелы. Давайте комплекты вот посмотрим. Короче, есть костяная стрела, есть, кстати. Костяная стрела, у нее... сейчас, секундочку. Оружие, вот. Каменная стрена, стрела. Стрела, блин. Вероятность разрушения стрелы 50 на 50, а здесь у нас 0. В таком случае делаем, короче, берем все кости, которые у нас есть. Вот они. Сейчас мы сделаем осколки из них. Давайте пока что вы тут немножечко вот так вот. Вот так вот. И, кстати, вот это вот нужно тоже скинуть. Очень много места занимает. И вот это я говорил, что тоже нужно скинуть. Отлично. Так. Что мы хотим? Мы хотим здесь замутить осколки. Текс, есть осколки раз, осколки два. Я не знаю, вроде бы целые кости не нужно ни для чего. Если я не ошибаюсь, нужны только вот эти вот осколки. Поэтому можно их все потратить, в принципе. Жарко моему персу. Моему персу жарко, ну ты прикинь, короче, ему жарко. Ну давай, короче, давай, разденемся. Мне кажется, даже штаны можно было бы оставить, если не ошибаюсь. И было бы тоже хорошо. Окей, осколки есть, палочки есть. Вот эти есть. Скорее всего, нужны еще веревочки, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Комплекты и костяная стрела. Перо 5 штук, палок 5, веревки 5. Осколки 5, так, перо, палка, ага, и веревки. Перо, палка и веревки. Перо, палка и веревки, да. Смотри, всего по 5, короче. Раз, погоди, давай. 5 штук. На тебе. Блин. Можно как-то разделить. Твою мать. Ну, влезь же ты сюда, вот, вот так вот. Разделить. Не хочет. Хрен с тобой. Тогда вот так вот разделим. Есть контакт. И палок 5. Что там еще надо? И еще. Блин, перьев у нас на самом деле мало. Перьев у нас мало. 5. В чем проблема? Вы на улучшенном верстаке, походу, делаетесь. Твою ж за ногу, а? Окей. Давай сюда тогда. Вот тут тогда сделаем. Пятерочка. На тебе еще пятерочка. И сейчас посмотрим, если так оно или нет. Да, здесь они делаются. Что бы мы делали без этого верстака? Ну и также делаем с остальными нашими перьями, потому что их немного. Иди сюда. Вот так вот. Расть. Давай вот так. Пятерочка есть. И раз, два, три, четыре, пять. Стоямба. Отлично. Вот тебе 10 стрел. Больше у нас нет, к сожалению, перьев, если не ошибаюсь. Поэтому... А где колчан? Где у нас? Вот он у нас находится. Тут у нас 2 стрелы, поэтому сейчас мы это поменяем. Хотя, что я говорю? Где у нас птицы? Пошла охота. У нас 2 стрелы, значит, 2 птички будут сейчас в опасности. Конечно. Сначала одеться нужно, потому что ща мы туда выйдем, и наш персик скажет: ёлки зеленые, чё ты, блин, мерзнешь? Так, секундочку. По снегу немножко походим. Главное, с медведем не встречаться, а то как-то плохо будет. Почему я не вижу ни одной птицы? Ну, приземляйся. Давай. Мы же тебя ждем. Не хочет. Чего я еще забыл? Это вот это вот. Я забыл добавить, чтобы у нас ничего тут не... Да. Чтобы у нас не завяли наши помидоры, скажем. Вот так вот, иди сюда. А с птичками сейчас мы разберемся. Иди сюда. То же самое, короче, здесь делаем. Потому что иначе... Все это пойдет, короче, на смарку. А это нам не надо. Это будет опасно. Вот почти на последней секунде, короче, сюда подошел. А этого допускать не надо. Опасно. За птичками, сейчас мы дальше пойдем за птичками. Птички. Блин, летят, но у меня не так уж много стрел, что прям экспериментировать так.
В полете мы в них не попадем. Ворона. Минус ворона, короче. Минус ворона и плюс сейчас будет у нас пару перьев. Так, секундочку, не валяйся, не валяйся. Вот и стрела даже уцелела, даже, прикинь. А что ты сделал? Ага. Ого, много. Прям много их. Целых 10 штук. Нормально. Блин. Да я хрен знаю, как попасть-то. Все, короче, эти стрелы у нас закончились, значит, делаем вот следующее. И уже можно еще десяток стрел наделать. Это уже большущий прям плюс. Так, это есть. Палочки нужны, веревки есть. Все вроде бы есть. Нифига себе. 467 метров каменная стрела. Я ее вижу с такого расстояния. Вы что, прикалываетесь? В смысле? На полкилометра стрела ушла. Это в кого я там стрелял, что она так далеко улетела, блин? Жесть. Сколько нам нужно-то? Десяточка хватит. Блин, а это все, надпись вот так останется и все? Да нет, нам в принципе нам хватает. Стрел нам хватает, по идее. Поэтому давай еще доделаю еще немножечко. Иди сюда. На тебе. На тебе. Вот так вот и половину, на тебе половину, короче, на тебе вот так, короче, и тут тоже самое, половинка, половинка. Сейчас по одному можно? Не можно. Блин, ну это разделка, это вот, это меня бесит, вот, погоди. Нет, по одной. Не хочешь по одной. Серьезно? Так уж и быть. Вот так тогда. Никогда не нравилось вот эти вот разделки всего этого в этой игре. Никогда. На. Разделить. На. Вот вы сами сейчас видите процесс всего этого. Долгий и бесмонтовый. Так, вот так вот. Есть контакт. Все, у нас есть целых 20 стрел. Это, в принципе, как бы очень хорошо. И шикарно. Можно побольше сделать. Конечно, можно и побольше. 6 килограмм, кстати, добавляет. Что мы делаем? Оставляем, короче, меч дома. У нас есть копье. Сейчас мы вот так вот сделаем. Значит, да, пусть будет вот так вот. Факел забираю, мне понадобится. И сейчас посчитаем. Чтобы сделать в том городе фундамент, вот он, деревянный фундамент, нам нужно бревна и доски. То есть нам нужно 6 досок. Чтобы сделать кровать, чтобы поспать, нужно 6 досок. Соответственно, что такое? Оверхитинг. Сейчас мы выйдем. Сейчас, секундочку. 6 досок, объект, кровать, мебель. 6. 12 досок, в принципе, нужно иметь при себе. 12 досок плюс бревен. Бревен мы там нарубим, а доски нужно прямо здесь. А доски нужны прямо здесь. Я это вроде начинал рубить. Вроде бы, да? Ну, дерево, это должно было уже, блин, давно было уже падать. Давно рубил это дерево, но не дорубил. Так, отлично. Сейчас мы доски себе приготовим. Отлично. И будет там у нас и кровать, будет у нас там и фундамент. Будет все, короче, для того, чтобы мы спокойно выживали в том городе. Чтобы у нас не было паники, что чего-то не хватает. И это есть очень правильно. Это будет сделано очень-очень правильно. А то мы в прошлый раз пошли, короче, в город. Я и забыл, что нужно там тоже как бы сохраниться. Кроватушку себе поставить. И будет тебе счастье. Вот это мне сейчас не нужно вообще. Итак, досочки должны вроде бы быть. Давайте мы тоже сюда поставим. Стоять. Отлично. Раз контакт и два контакта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Отлично, больше в принципе тебе и не нужно. 12, но это очень много места, блин, занимает, это капец. Кстати говоря, вот снег, давайте проверять. Снег будет добавлять нам воды? Или? А воды он нам нифига не добывает. Очень странно, а этот? Это сейчас от снега или это было уже, вопрос? А почему, блин, этот тазик добывает воды, а этот... А, нормально, нормально, вообще шикарно. Прям хорошо. Окей, готовим тогда и воду.
Блин, и здесь у нас все уже пусто. Воды-то нет, это еще ничего не выросло, а воды уже нет, охренеть, а? Ну, нате. Нате, слава богу, сейчас дождик этот, как его, снег пошел. Это нам на руку и на пользу. Ты видишь, какие, сколько много этих приготовлений, потому что ты хочешь уйти от дома, ну, в смысле, из дома. И чтобы у тебя тут все не завяло, чтобы у тебя все тут не поломалось. И чтобы еще все собрать для того, чтобы в походе у тебя все было. Это, конечно же, то еще занятие. Время отнимает уйма. Так, вроде бы я нормально все беру. И само собой сюда. Эть, стоямба. Отлично. И тут тоже добавили, но в принципе можно прям до максимума долить, чтобы было еще лучше, потому что воды прям навалом. Нарубил, короче, дров, что было прям на все случаи жизни. Бля, елки зеленые, а то они у нас прям реально заканчиваются. Ой, пусть пока здесь побудут. Да не-не-не, дай мне одну штуку. Прям одну штуку. Одну. Кому говорю одну, блин? Дай твою мать. Вот. И мне нужны сейчас дровиночки. Отлично. Блин, быстро жрут, короче, воду. Вообще капец, собрать еще их нельзя. А вода, блин, уходит прям моментально. Короче, что мы делаем? Мы сейчас спим до 6 утра. И прям под утро мы пойдем и в город. Так, секундочку, давайте не проспать. Вот так вот. Все, 6 часов утра, давайте посмотрим, что там по воде. Нормально, это не учитывается даже. То, что мы воды тут не добавили. То есть то, что мы воды добавили, это время, которое мы якобы поспали, всем было параллельно. Грядки воду не потратили. Мне кажется, здесь было меньше всего. Они растут прямо на глазах. Если прямо смотреть на них, потихонечку можно увидеть, как они вырастают. Круто. Короче, оставляем. Но у нас и так тут воды как бы не так уж и много. Хотя, блин, какая разница. Погоди, что это такое? Грязь вода. Давай, все-таки добавлю так, чтобы было хорошо. Так, чтобы... Где меньше всего? Да везде, короче, одинаково. Вообще везде одинаково. Поэтому вообще ерунда ерундовая. Сейчас мы тут все добавим. Ха, прикольно, я уже могу собрать. Уже можно тыкву собрать. Короче, друзья мои, что с тыквой делать? Она же так пропадет, получается? Или она нифига не пропадет? Вот если ее так оставлю, она пропадет? Она вообще испортится или не испортится? Короче, я на всякий случай. Чисто это у нас эксперимент будет. Это мы вот так вот оставляем. Витаминчики нам же по-любому нужны. Значит, давайте соберем саженец кукурузы. Вроде бы ее можно и так есть. Давай. Немножечко витаминчиков навернем. Это тоже собираем. А то зима зимой. Но витамины тоже нужны. Саженец дыни. Сейчас мы вот это вот соберем. Сейчас сажать как бы ничего не буду. Картофель, с ним мы еще пока что ничего делать не сможем, поэтому оставляем вот там, на тебя. Все, короче, а дынька останется на всякий случай, будем просто смотреть, пропадает или нет. Короче, все у нас есть, смотри внимательно, у нас есть целых 12 этих досок. Это нам лишнее, это вообще лишнее, так, собираем. Это бинты, тут у нас пусть будет, это пусть будет. Из... Такс, короче, это мне тоже сейчас вообще ни к чему. Вода у нас по полной. Берем, короче, ящик. Отлично, берем ящик, иди сюда. Сейчас, секундочку, вот так вот, вот так вот. Отлично. Молодец. Молодец. Эй, стоямба. Где-то здесь, я знаю, это лиса, блин, она сейчас, наверное, нападет на меня. Стоять. Сюда иди, нет. Туда, кому говорю, иди. Мы же сейчас в поход такой серьезнейший идем, да? Отлично, мне нужен еще один пустой ящик. Без них вообще никак. Вот он, ко мне пошел. Ко мне пошел, вот так вот. Вот так вот, есть, тут мне кажется еще один. Еще один ящик влезает, да ну. Да тихо, ты че, ты прям так мерзнешь прям. Я не пойму, блин, нормально все, че ты, не так уж и холодно. Во. А ну-ка проверим, 3 ящика, что ли, влезает? Блин, тут место есть, 1, 2, 3. Не влезает, окей. Будем знать. Короче, вы поняли, мы сейчас полностью готовы для того, чтобы уйти. А, понял. Работать, чтобы уйти работать. Смотрим, оружие. Копье, топор и бла-бла-бла. Все есть, короче, бинты есть. Все у нас замечательно, делаем, короче, сохранение. Досочки пошли. И мы с вами
А, мясо мы не взяли, да? Еду, короче, вообще не взял. Это есть плохо. Это есть капец как плохо. Так, ну-ка иди сюда. Сушеное, сушеное, сушеное и сушеное. Вот так вот. Вот так вот. И воду возьмем. Мало, правда. Но что есть, то есть. Грязно. Не-не-не-не. А можно грязно сюда? Нельзя, да я хрен с тобой. Но. Чистая. Попил. О, отлично. Все. С утра пораньше, как говорится. Двери закрыл, все нормально. Я, короче, молодец. И смотрим по карте, нам вообще куда? Нам вниз. Это в жопу мира, короче. Аж сюда. Я попробую прям по дороге пойти. Это в какую сторону? А, так это через эту, почти что через нашу пещерку. Правда, в пещерке мы заходить не будем. Я не хочу в пещеру сейчас заходить. Телега. Есть. Я поехал. Друзья мои, встретимся в городе, потому что... Ну, потому что, как бы... Дорога-то длинная. Сейчас мы на дорогу выйдем. Вот сюда вот. И мне кажется, по дороге просто будет меньше там этих, я не знаю, там, медведей, живности разной. И все в этом роде. Я вот не помню, вроде бы даже есть в этой игре волки, если не ошибаюсь. И у нас был еще казус, я телегу потерял в один прекрасный момент. Надеюсь, сейчас этого не случится. Да, поехали. Развилочка, друзья, развилочка. Мы сейчас дорог... Блин, ё-моё, какая же все-таки длинная дорога. Нам сейчас налево, по идее, да? Ну вот для чего добавили разработчики дороги. Потому что есть транспорт. А мы должны этот транспорт найти, завести, короче, и поехать. Правда, само собой, он не будет готов. Это я прям уверен, его нужно будет там починить. Вы что думали, что так легко все будет? Единственный вопрос, чего там нужно будет в этот транспорт добавить, чтобы он поехал? Это уже увидим. Я все осматриваю, влево вправо и ищу тут какие-то там, не знаю, арбузики, там кукурузу. Я понимаю, что зимой как бы ничего не растет, но раньше в этой игре росло все по этим, по полям, в лесу даже. Лиса, смотри на нее, лиса там. Росло, короче, даже зимой. У тебя как бы ничего не вырастает, а это был доход, такой баг. А именно такие игровые ресурсы, они росли. Понимаешь? Твои, короче, грядки не росли, а здесь все росло. А сейчас, походу, поправили все это дело. И зимой уже ты ничего не даешь. Даже из лесу, с леса, короче. Что у нас там? О, блин, мы уже почти доехали. Единственное сейчас, что меня напрягает, это то, что может начаться буран. Это будет плохо, потому что у нас сейчас январь, блин. Хотя в феврале будет жестче. Жестче будет в феврале, но если начнется, то это жопа. Так, вправо нам. Блин, дайте мне арбузик, я просто с водой, как бы, мне нужно экономить. А воду иначе никак не найти. Если не ошибаюсь. Прям вообще никак. Такс. Нифига не арбузиков, ничего нет. Короче, если я где-то здесь пропустил арбуз или дыню, не забудьте написать тайм-код. Мне интересно просто, где они были и почему я их не увидел. Мы близко. Да, и прям смотрю, что дорога проходит через... этот поселок. Значит, мне уже здесь, в принципе, нужно замутить, секундочку, место обитания. Это значит вот так вот. Стоять. Давай. Бревна сейчас мы добавим. Так, секундочку. Не-не, что ты берешь? Не-не, это то же самое. Неправильно взял. Вот это. Сейчас мы сделаем себе поспать где? Отлично. Вот тебе бревна, короче. Вот тебе все, что нужно для счастья. Что там еще надо? Еще пару бревен, да? Иди сюда. Сейчас буран, короче, как начнется, нам будет трындец. Даже в дом, короче, ты, когда ты заходишь, вроде бы бурану это не помеха. Он тебя убьет и все. Чем мы хотим? Мебель. На, вот так вот. Досочки вроде бы. Тихо. Проснуться. Все. Сколько у нас времени? 11 а.м. Но таким образом я, по идее, дал игре знать, что мне нужно здесь проснуться. Используя кровать, чтобы выбрать точку возрождения. Ага, вот, на Е все-таки, да. Все, отлично, мы также как бы замутили. Это значит,
Если нас здесь убьют, мы здесь появимся. Итак, где может быть здесь, в этом городе, машина? Машина. А кстати, если буран все же будет, можно ли мне взять ресурсы для костра? Камушек 10, дрова 8. Дрова 8, да? Сейчас собрать. Пусть будет. Я должен быть просто-напросто готов. Понимаешь? Готов должен быть. Его сюда поставить или как? Дрова 8. Давай, короче, костерчик прямо здесь прямо замутим. Объекты, еда. И вот тебе вот так вот. На тебе. Есть контакты. Камушек 10 нужно. Аж 10. Это нужно было прям с дома прям брать. Я что-то про это вообще забыл. Это есть не очень-то хорошо. И камушек 10. Ой, с камнями 10. Мне тут кирка нужна будет. Так, с кирка. Из чего у нас делается кирка, друзья? Так, палка, каменный клинок и растительное волокно. Две штуки. Палка. Каменный клинок. Значит, мне нужен один камень. Вот он, один камень. Сейчас, как говорится, будет. Вот так вот. И крафтим. Палка. Вот эта штука. И 5 штук. Раз, два, две, то есть. Опля. Изготовить. А места у нас нет, получается, да? А почему у нас места нет? Да потому что... Секундочку, где мои инструменты? Потому что у нас факел, я понял. Скидываем факел, мы его сейчас подберем. И вот так. Чего не хватает? На. Есть контакт. А будет, как говорится, да будет камень. Дело в том, что если начать этим заниматься, когда уже начинается буря или там непогода, жесткая прям такая, которая тебя убивает прям полностью, то времени не хватит. Времени просто-напросто не хватит. Поэтому вот такие вот дела. Шикарно, короче. Берем, значит, оставшиеся вот эти вот вещи. Мне, получается, придется просто сюда... прям побежать, чтобы согреться, если мы успеем. Или костер подвинуть к себе. Итак, костер есть, все есть. Значит, вот это тут нам нахер не нужно. Выкидываем, это тоже не нужно. Это не нужно. Мне нужен факел, потому что в домах... его здесь видно вообще, нет? Потому что в домах вам ничего и видно не будет. Отлично, делаем факел. И вроде бы я готов. А теперь можно даже заходить в эти вот дома. Потихонечку. Там у нас зомби-то могут быть. И еще нужно глянуть, где находится транспорт. И... Ага. Сохранение. Фигась, хренась. Есть контакт. Само собой, машина будет у нас не в домах. Это ясный хрен. Короче, давайте сделаем по-другому. Вообще по-другому. Лутать я здесь буду. Вам вообще не интересно, что мы здесь будем лутать. Хотя... смотри, первый дом, короче, я даже буду лутать. Вдруг в первом доме у нас будут какие-то... какие-то книги. Я хочу на книги, на предмет книг посмотреть, если они есть, там чертежи и так далее. А лутаться в этих домах вы уже в прошлых сериях видели, что здесь ничего интересного нет. Кроме как там пластмасс нашел, что-то там еще нашел. О, стекло, кстати, хорошая вещь. Воды, еды здесь мало что будет. Вообще как бы нет такого. И нас интересует на самом деле технология. Вот тебе и снег пошел. Главное, чтобы не буран. Нормально? Нормально. И давай я сейчас пойду, короче, туда-сюда, короче, найду машину. Сказали, здесь машина. Значит, давайте искать машину. Факел не нужен. Давай будем ходить. Конечно. Иди сюда, маленький. Иди сюда. Иди сюда. Ой, какой ты, что ты виляешь-то? А что такое? Что ты уходишь? Вот говнюка, не хочет он с нами драться. Окей, хрен с тобой, короче. Машина. Где и как можно найти машину? Но нужно их убивать, потому что если я их не убью... Спасибо за медь. Если я их не убью, то я их соберу, короче, всех вместе. Они на меня нападут, и мне будет плохо. Ищем машину. На ресурсы это время я сам потом уже потрачу. Я же говорю, они будут собираться. И бить меня. Давай, ползи, маленький. Я же опытный выживальщик. Главное сейчас не потеряться, а то я тоже как бы
Могу. О. Тут мы не были, раз тут зомбак. Итак, транспорт. Кто-то видит транспорт? Где мы сейчас находимся? Мы находимся, мы прошли, блин, уже через край, левый край этой деревни. Машины нифига нет. Но мне обещали, мне пацаны их сказали, что Кент, тут машины, короче. Тут будет транспорт. Иди сюда, как говорю. Какие вы громкие, да? Это уже выход из деревни. Телега там. Секунду. Блин, ну. Там ползает. Это хорошо, что он ползает. Он же не за нами ползает. Что, у дороги будет? Я что-то не думаю, прям сомневаюсь. Как мне эту машину найти-то? Вопрос. Такой прям интересный. Важный прямо. В гараже каком-то. Блин, стамина здесь вообще нет. Так что пишите, друзья мои. Мне прям интересно. Вам хочется видеть, как я лутаюсь? Это долгое, мучительное лутание. Ай, здрасте. А тут мы были. С правой стороны, короче, у нас чисто один ряд домов. Я понял, тогда нам влево нужно дальше искать. Или вам лутание не нравится, и вы этого не хотите видеть. И вы хотите видеть только... Ну, что-то другое. Потому что лутание домов, оно очень скучное. И как мне нужно найти машину, вопрос, тоже непонятно. Ее тут нет. Там дорога уже. Гаражей-то тоже нет. Водичка-то у нас заканчивается. Давайте. Сначала даже места, короче, возьмем. Вот так вот. Пару кусков. Даже все, короче. И попить. Вот. Воды больше, считайте, нет. Прям вообще. А машины я до сих пор не нашел. Короче, я даже не знаю даже. Я думал, машина будет прям, ну, на ходу. Ее нужно будет починить, потому что так писали. А у меня такое ощущение, что машину как бы искать здесь не нужно, а нужно искать по ходу чертежи. Но опять же не факт, что это так. Что такое, стоямба? Блин, нету транспорта, вообще нет. Или это же все-таки рандом. А люди писали, что нет, нифига, блин. Так как ресурсы, когда мы добываем ресурсы в этих пещерах, тут типа медь, здесь алюминий и так далее, да? Так это совпадало вроде бы, да? А вот с машиной что-то оно не совпадает. Нет, друзья мои, короче, машина выпадает рандомно, ее здесь нет и быть не может. Я даже в Ютубе сейчас проверил. Вы все писали, что машина, короче, находится здесь. Нифига, короче, здесь ее нет. Наша база, чтобы вы понимали, она находится здесь. Я аж сюда дошел. Я попробую в другие разные места посмотреть. Я не знаю, этот городишко глянуть, вот этот городишко. Хотя тут городишки как бы нет. Да, следующий город, значит, у нас слева пойдет. Я туда, я не знаю, дойду ли я туда или нет, но мы попробуем. Если на это у меня время хватит, как говорится. Так, секундочку, что делать с кроватью-то? Что делать с кроватью-то? Ну, если что, как бы я здесь резнусь. Блин, досок делать и так далее, там не хочу. Так. Блин, дорога опять длинная. Ну пошли, если буран пойдет, это нам жопа будет. Поехали. Итак, мы... Нормально, вроде бы как. Едем. Куда мы едем? С пятачком, как там поется. Вот такой вот перекресток здесь. И мы уходим влево. То есть здесь у нас новый городок получается, да? Секундочку. Надо, во-первых, обезопасить себя. Если вдруг есть у нас зомби, значит, мы с ними должны разобраться. Окей, телегу я оставляю здесь. Ну чё ты, куда ты, блин, ё-моё? Ну на, копьём. Молодец. Короче, что мы делаем? Сейчас я, опять же, не буду лутать дома. Я хочу просто-напросто глянуть, есть ли здесь транспорт или же нет. Потому что, говорят, уже рандом. Давай. Отлично. Спасибо, большущее тебе спасибо. И, блин, пока что нифига нет. Пока что ничего нет. Короче, у одного парня я в Ютубе видел, он нашел машину прямо в этом вот городе. Вот именно в этом. То есть,
вот прям здесь, да, примерно, короче, вот в этом вот городе. Сейчас посмотрим, реально ли это или нет. Ну, он опять же говорил, что это все рандом. Хоть мне в Ютубе писали люди, ну, вы сами писали о том, что в комментариях, короче, писали, что она находится там, где мы были в предыдущем городе. А нифига, там у нас ничего нет. Значит, ищем дальше. Она может быть везде, понимаешь? В любом городе из этой игры или на нашей карте. Так, пока что ничего не видно. Смотрите, что я замутил, короче. Я даже убрал полностью листву, короче. Убрал полностью все, что можно было, было здесь как бы по графике увидеть красивого. Чтобы было видно, есть ли здесь транспорт или нет. Потому что такое ощущение, что я могу тут даже... Что могу даже пропустить. А пропускать это как бы нельзя. Поэтому без листвы, наверное, намного дальше все будет видно. Вот так вот, да. Так что советую всем, когда заходите в город, чтобы легче было, вот таким вот образом можно его и облутать, в принципе. И даже... Здорово. И даже машину искать. Отлично. И в итоге что мы поняли? Короче, машины здесь в этом городе нет. Это само собой печально, но не настолько печально, чтобы мы с вами отчаялись. Будем искать, тихо. Будем искать эту интересную машину уже в следующей серии. Короче, две вот такие вот локации мы с вами... Блин, вот считай отсюда, короче, сюда пришли, да? Здесь машины нет, и здесь машины нет. Значит, левый угол карты мы уже с вами глянули. Нам придется, короче, много чего еще, короче, искать. Не знаю, мне кажется, я все-таки на вне видео залутаю весь этот город. Потому что, вы сами поняли, это скучно, лутать именно эти дома. И потом этот город тоже залутаю, пойду домой, само собой, если мы доживем до этого. И следующую серию начнем уже с базы, там уже подумаем, посмотрим, что делать дальше. Искать машину или заняться базой. С вами был Кентавр, если вы хотите увидеть продолжение, не забудьте поставить пальчики вверх, подписаться на канал, лайк поставить. Да, графу я само собой подниму, но пока что я тут в поисках. И увидимся с вами в следующей серии. Всем, друзья мои, удачи и всем пока. Вот, спасибо и спасибо.